Saturday morning, on Sabbath, I was preaching. Во время шабата я проповедовал. I was preaching in Val. Я проповедовал в Валентино в общине. And I wanted to challenge the people. Я хотел бросить вызов людям, сказать людям сделать что-то. And I knew that it was going to take every individual having some boldness. И я знаю, что к чему я бросал вызов, это каждый человек, он встречался с чем-то, с чем нужно, это как нужно было веры, чтобы эти люди что-то сделали. I was going to ask some of them to do something that they may have never done before. И я хотел попросить людей, чтобы они сделали что-то, что они раньше никогда не делали. So in the United States, in English, what we would say, I'm going to ask you to really stretch yourselves. Что я прошу вас сделать, это растянуть себя. That means to extend yourself beyond what you've done before. Это значит, ну, думая, чтобы вы думали, ну, больше, чем то, что вы о себе думаете. So, я имею в виду в хорошем смысле. So I said this. I'm going to ask you to stretch yourself. Вы растянули себя. And everyone went. И все, потому что я передала. Давайте сделаем упражнение, растянемся, растянемся. Визнал начал подтягиваться. I said no, I said no, no. А его поворачивает и говорит, нет, нет. I said, really stretch yourself. На самом деле, стягивайтесь так, как вы раньше никогда не stretch yourself in a way that you've never done it before. Как бы никогда раньше не растягивались. So I'm going to ask you to stretch, just to kind of get loosened up a little bit from sitting there for a little bit. If you need to stand up a moment, just, сейчас я прошу, чтобы вы растянули, чтобы если вам нужно встать и сделать упражнение, shake your leg out and stretch a little. Подергать ногой и руку. Are you ready to go? Вы готовы? Okay. There's a phrase in America that. That you can mention that you can mention this phrase and everyone knows who said it. Есть фраза в Америке, и все знают об этой фразе. Если вы скажете, то все знают, о чем говорится. There was one person that made it really popular. Был один человек, который очень был популярен. And you may know over here who that what that phrase is. И может быть вы знаете эту фразу, может быть, если я назову человека, вы можете даже узнать эту фразу. I'm going to try. Я попытаюсь. Martin Luther King. Мартин Лютер Кинг, что он сказал? Какой фразой? Я имею мечту. I have a dream. Yeah. How many of you knew? Сколько из вас знали, что Мартин Лютер Кинг сказал это? How many of you knew that that's what Martin Luther? Сколько из вас знают, что Мартин Лютер говорил именно вот эту фразу? Я имею мечту. How many of you do not know who Martin Luther King? Сколько из вас не знает, кто такой Мартин Лютер Кинг? Okay, you all know who Martin Luther King. Вы все знаете, да, кто такой Мартин Лютер Кинг? He was a black person. Он был черный. That really had a dream of black people being really free. Который имел мечту, чтобы черные люди им были равноправны с белыми. And he said, I have a dream, and his dream was about the freedom of black people. И эта мечта касается чернокожих людей. When I grew up, black people, when we got on a bus, black people had to sit at the back. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, когда я садился в автобус, то черные, чернокожие люди, они имели право сидеть только сзади автобуса. If we had public drinking fountains, there was one that said black and one that says white. Если в городе были такие фонтанчики, где можно было пить воду, то было много фонтанчиков, и было определенное место отведено, где со знаком написано только для черных людей. If black people walked in a restaurant, they couldn't sit where the white people were sitting. В ресторанах, they had to go in the kitchen. В ресторанах люди чернокожие не имели права сидеть в зале, они могли кушать только там, где кухня. There was always
always a table back in the back for black people. Всегда был стол где-то там сзади, где чернокожие люди могли сидеть. So when Martin Luther said, "I have a dream," и когда Мартин Лютер сказал, что у меня есть мечта, he wasn't talking about something that he didn't believe would happen. Он не говорил что-то, что он не верил, что это может произойти. He was really saying, "I have a great desire in my heart." Что он сказал этой фразой? Он говорил, что у меня есть большое-большое желание внутри меня. He was really saying, "I have a passion for something." Другими словами, он говорил, у меня есть страсть о чем-то. There is something that I want to see happen. Есть что-то, что я хочу видеть, чтобы оно осуществилось. He paid a price. И он заплатил цену. But he saw it happen. И он увидел, что это сбылось. Some of the black people may say we're not where we should be even today. Многие черные люди говорят, что мы не на том месте находимся, где мы должны находиться. But there is a black person running for the president of the United States. Но тем не менее есть черный человек, который сегодня выдвигается в президенты Соединенных Штатов. That's something that's really different. Что совершенно другое. I believe Martin Luther would say today, I realize we're not all the way, but we've come a long way. Я знаю, что Мартин Лютер Кинг, если бы он сегодня был живой, он бы сказал, что я знаю, что мы не дошли до этой мечты, но мы очень много сделали и уже прошли и осуществили в этой мечте. Real dreams take time. Потому что настоящие мечты занимают время. They just don't happen overnight. Они не происходят и за одну ночь. I know, I have a dream. Я знаю, что я имею мечту. I've pastored the same church 34 and a half years. Ту же самую церковь, и я был пастырем 34 года. And I've had a dream for years that I've not seen completely. И у меня была мечта, и эта мечта еще не осуществилась в совершенстве до конца. But I have seen very much of that dream come to pass. Но я видел большинство моей мечты, оно уже осуществилось. But not all of it. Но не все. I have a dream. Я имею мечту. I have a desire in my heart. Я имею желание в моем сердце. There is something that I want to see happen in the church. Есть что-то, что я желаю видеть, чтобы оно осуществилось в церкви. Not just in my congregation, but in all congregations. Не просто в моей только церкви, но во всех церквях, во всех общинах. Not just in the United States, and not just in the Ukraine. Не только в Соединенных Штатах и в Украине. Not just in Kenya, и not just in South America. И не только в Кении или Южной Америке. But I want to see it happen all over the world. Но также я хочу видеть, чтобы это было по всему миру. I want to see people everywhere worshiping the living God. Я хочу видеть людей, которые будут поклоняться Богу. I don't want them to have to wait until Jesus comes back. Я не хочу, чтобы люди сидели и ждали, когда Иисус вернется. There will be a day when every knee will bow and every tongue will confess. Потому что будет день, когда каждое колено преклонится и каждый язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. Whether they want to or not. Хотят они этого или не хотят. But I want to see the nations of the world worshiping God now. Хочу видеть, чтобы народы мира поклонялись Богу сейчас. Because they have a passion in their heart. Потому что у них сердца и страсть о Господе Иисусе Христе. That's my dream. Вот моя мечта. To see people come to the Lord Jesus. Пришли к Господу Иисусу. To worship God. Поклонялись Господу. To love other people. Любили других людей. That's a dream of God. Вот это мечта моя. Not always easy. Не всегда легко. But it's always fun. Но это всегда радостно. Well, I don't know if it's always fun. Ой, не знаю, всегда ли радостно. It's fun most of the time. Но большинство радостно. But it's not easy. Но это не легко. See, when I got married, I thought marriage was going to be easy. Вы знаете, когда я женился, я думал, что вообще брак, союз, это легко. I thought my wife, has my wife ever been out here? Была моя жена здесь? Вы с ней знакомы с моей женой? А? Да? Ага. Oh, okay. You know my wife. Вы знаете теперь мою жену, да? She's staying home. Она сейчас дома. Because her mother is 96 years old. Потому что ее маме 96 лет. And she's taking care of her mom. И она сейчас заботится о своей маме. So I thought that my wife was the answer to my life. И я думал, что моя жена есть ответ для моей жизни.
That I could marry her and all the problems would go away. Я могу, когда я женюсь на ней, то все мои проблемы они просто уйдут. Because I had a dream. Потому что у меня была мечта. I was going to live with her. Я буду жить с ней. And it was going to be like heaven, floating on the cloud. И это будет как небеса, которые на облаках двигаются. No, we've had a good time. У нас хорошее время. У нас было хорошее время. But it's not been easy. Но это не легко. Oh, we did have 3 years that were pretty easy. О, вы знаете, первые 3 года были очень легко. Because you see, we were married. We were married a year and we had our first child. Мы были женаты год, а потом появился первый ребенок. Did that change things? Изменяет это? Меняется ли жизнь? Yeah, that child changed things. Но ребенок, первый ребенок изменяет все. Да? Then we had another child. Потом у нас второй ребенок пришел. And you know what that's like. И вы знаете. We got them through school and through university, or through one of them through the university. И вот они выучились, пошли в университет и выучились. And they got out of the house. И они вышли. Married. Женились. Gone. И они ушли из дома. We thought, oh boy, this is so nice. Вау, это так классно. So nice. Это так классно сейчас. 3 years later, they began to have children. У них стали появляться дети. Now we have grandchildren. А теперь у нас внуки. We had a financial raise for 3 years. И 3 года у нас был финансовый подъем небольшой. The kids were gone. Финансовый подъем был тогда, когда дети ушли из дома и университет. And my wife is always buying something for them. И моя жена все время что-то для кого-то покупает. И вы знаете, я должен наблюдать очень серьезно за своим счетом банковским и своим кошельком. Они внуки уже выросли, и теперь внуки женились. And now, our parents have become children. А теперь уже наши родители стали нашими детьми. My mother is 88 years old. Моей маме 88 лет. Sybil's mother is 96. А Сибил маме 96. And they have become children. И они стали детьми. That we have to take care of. И теперь нам that нужно заботиться. That we want to take care of. И мы хотим заботиться о родителях. So I figured we've been, see, Sybil and I have been married 50 years. И вы знаете, Сибил и я, мы женаты 50 лет. And we had three easy years. У нас 3 года были легкие. Всего лишь 3 года, которые были легкие. But let me tell you, it has all been good. Я вам хочу сказать, что все было хорошо. You understand? Все года были хороши. See, when you have to work and you don't like, знаете, you don't когда like what you're doing, нужно работать и вам не нравится то, что вы делаете, it's hard. Это тяжело. But when you work and you really like what you're doing, you have a dream for what you're doing. Когда вы работаете и вам нравится эта работа, и у вас есть мечта о осуществлении в том, что вы делаете. There is a joy that's in our heart. Есть радость в нашем сердце. And having a dream like that is the only thing that causes us to live a full life. Эта мечта позволяет нам иметь жизнь и жизнь с избытком. And I'm talking about a dream in Jesus. И я говорю о мечте, которую иметь в Иисусе. As Him being the Lord of our lives. Это когда Он является Господином нашей жизни. So, what I'd like for you to do before I continue is to, I want you to consider or to meditate on what your dream is. И прежде чем я буду дальше говорить, я хотела попросить вас, чтобы вы рассмотрели возможность определить, какая же ваша мечта.
It could be a dream to be the best wife that's ever lived. Может быть, мечта быть самой лучшей женой, которая была когда-то на этом свете. It could be. Или может быть самой лучшей мамой. A dream to be the best salesman. Или может быть самая лучшая мечта быть самым лучшим продавцом. A dream to be a millionaire. Или мечта быть миллионером. As long as it's for the purposes of God. Если это заключается в целях Божьих, could be a dream to be a missionary, a pastor, a worship leader, или миссионером, или лидером прославления, поклонения. Something that really beats in your heart. Что-то, что побуждает ваше сердце биться. If I could do anything in the world, this is what I would want. В мире, вот это я бы хотел делать. I want you to meditate on that a moment. Я бы желал, чтобы вы сейчас рассмотрели. And I would like for you just to write it down. I'll give you three or four minutes. 3-4 минуты и запишите это на бумаге. Think about it a minute and write it for 3 minutes. Подумайте, а? Think a minute and write for 3. Подумайте минуту и пишите 3 минуты. Go ahead, right now. Just... So look with me in Revelation chapter 2. Откройте Откровение 2 глава. And we're going to begin reading. We're going to begin reading. И мы начнем читать. Excuse me just a moment. Let me get my book turned right. Turned proper here. Секундочку, дайте мне минуточку, чтобы открыть место Священного Писания. Yeah. Chapter 1. Yeah. Yeah, in chapter 1, I'm going to read up in verse number 12. Первая глава Откровения с 12 стиха. Revelation 1:12. He said, "Then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands." Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидеть 7 золотых светильников. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to his feet, and girded about his chest with a golden band. И посреди 7 светильников, подобно человеку, сыну человеческому, облеченного по дирку и по персям, опоясанному золотым поясом, his head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire.
Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. His feet were like fine brass, as it refined in a furnace, and his voice is the sound of many waters. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. He had in his right hand seven stars. И он держал в деснице своей семь звезд. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. И из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лице его как солнце, сияющее в силе своей. And John said, when I saw him, I fell at his feet as dead. Иоанн говорит, и когда я увидел его, то пал к ногам его как мертвый. Now then, let's read. Chapter 2. А теперь давайте прочитаем вторую главу. Starting in chapter 2, verse 1. С первого стиха. To the angel of the church at Ephesus write. Ангелу Эфесской церкви напиши. These things says he who holds the seven stars, that's just what we read about. Так говорит держащий семь звезд десницы своей. The seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven lampstands. Ходящий посреди семи золотых светильников. Now we know from Scripture what these seven stars are. И мы знаем из Писания, что означают эти семь звезд. The seven stars are the seven angels. Семь звезд — это семь ангелов. The seven churches. Семь церквей. And seven angels. И семь ангелов. And he saw the lampstand. И он увидел светильник. With one standing in the midst of the lampstand. Один посередине стоял. And these were the seven churches. И это семь церквей. With the seven angelos, or pastors. И семью пастырями. What does this mean? А что это означает? Turn with me back to Exodus. Откройте исход. Look at Exodus. Откройте исход. Verse 31. 31 стих. Excuse me. It's chapter 25. 25 глава. Chapter 25, verse 31. 25 глава, 31 стих. You shall make a lampstand of pure gold. И сделай светильник из золота чистого. And the lampstand shall be of hammered work. Светильник должен быть чеканный. In other words, it can't be put in a mold. It's got to be. Другими словами, что нельзя в форму вливать, а это должно быть кованым. Now its shaft shall be of hammered work. I mean, its shaft and its branches and its bows, its ornaments and flowers shall be of one piece. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. This doesn't show all of the details, but it shows. Этот светильник не показывает все детали. It shows enough for me to explain where we're going. Но для меня достаточно показывает, куда мы идем. The shaft and there are seven branches. Основание, стебель и шесть ветвей. Look back in Revelation again, chapter 2. Посмотрите теперь вновь Откровение, вторая глава. Go back to Revelation 2. Откройте Откровение, вторая глава. And look what he says. И посмотрите, что там написано. These things says he who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands. Ангел написано говорит, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Может быть, вы никогда раньше не замечали этого. But over in Revelation chapter 25, the Hebrew word for shaft is different from the Hebrew word for branches. Exodus 25. В исходе 25. The shaft. The word, Hebrew word for shaft. На иврите слово, которое означает стебель. Is different from the Hebrew word for branches. Означает другое слово для ветвей. Here we have one, two, three. Вот пример 1, 2, 3.
four, четыре, five, пять, six, шесть, seven. Attached to the Они shaft. Присоединены к стеблю. The shaft has to do with a word that tends to be like a person. Стебель относится к человеку. And the person is identified in Revelation chapter 2. И это относится к тому, что написано в Откровении 2 глава. So that Jesus is the shaft, Jesus Christ, Yeshua. Он является этим стеблем. The Messiah is the shaft. Мессия. What did he say? He used another word. Oh, yeah. And but here's the shaft, and these are the churches. И это стебель, а это есть церкви. It shows that the churches must be one with the shaft. И говорится о том, чтобы церкви должны быть присоединены вместе к стеблю. That we have to be in union. The branches have to be in union with the shaft. В единстве со стеблем. If you can see the dependence of the church upon the Messiah, upon Yeshua. И чтобы видеть, что церкви они полагаются на Мессию, на Иешуа. If we can see that, we can understand Если better. Если мы увидим это, то мы начнем лучше понимать. When we read Revelation. Когда мы читаем Откровение. Because he said, I that Jesus is the one that walks in the midst of the soul of the golden Потому seven golden Иисус lamps. Потому что Иисус это тот, который ходит между семи. Yeah, the lampstands, right. So if you see that and you see the dependency, если это вы видите, насколько зависит, if you see the complete union, зависимость вы видите, и единство, the congregations grow out of our relation to Yeshua. Общины будут расти из-за того, что есть общение с Иешуа. And if we see that, then если мы это увидим, hold on with me as we proceed farther. Будьте со мной в то время, когда мы будем дальше продолжать идти. He says to the Ephesian church. Он говорит Эфесской церкви. Which we know there is a book to the Ephesians. И мы знаем, что есть книга к Ефесянам. We know that in Acts Paul addressed the elders of the Ephesian church. Мы знаем, что в Деяниях апостол Павел обращается к Эфесской церкви. And we know here that he is saying something very important. И мы видим здесь, что здесь написано очень важное. I know your works, your labor, your patience. Знаю дела твои и труд твой. And that you cannot bear those who are evil. И терпение и то, что ты не можешь носить разврат. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. You have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. И ты много переносил, имеешь терпение и для имени моего. Now, how many of you know this sounds like a really good church? Сколько из вас знают, что это описывается достаточно хорошим церковью описывается? It's a congregation that I would feel proud to be part of. Это была бы община, которую я бы с гордостью присоединился, которую я называл с честью, что я хожу в эту церковь. When the Lord Jesus says, I know your works and your labor, your patience. Это когда Иисус говорит, что я знаю твой труд и знаю, что ты работаешь много. He said, you've really worked hard and you've not become weary. Ты много трудился и ты не изнемогал. You tried to win the loss to the Lord Jesus Christ. Ты пытался достигать и приобретать заблудших для Господа. You tested the Scriptures. Ты испытывал Писание. You tested other laborers. Ты испытывал других работников. You have really done well. Ты хорошо справлялся. I don't know if you realize that there are many different ideas on how large this church was. Я не знаю, как вы знаете, сколько вы имеете предположение, насколько была большая эта церковь. But it was believed to have around 10, between 10 and 15,000 members. Но предполагается, что здесь описывается между 10 и 15 тысячами людей. And you think about that. Early church history. Подумайте об этом. История ранней церкви. The city of Ephesus had 300,000 residents. Город Эфес. 300 тысяч людей. And the city was by the sea. И город находился возле моря. It was an economic leader. The city was город a leader in economy. В экономике.
It was a leader in culture. Это был лидер в культуре. And it was a leader in religion. Это был город лидер в религии. Ephesus was the world headquarters for Diana worship. Ephesus был главный центр для поклонения Диане. And they had a church 10 to 15,000. И в этом городе была церковь. Sending missionaries. 10 to 15,000 людей. Они послали миссионеров. Sending missionaries out into all parts of the known world. Они посылали во все края земного мира. I mean, they have had an effect upon the city. У них было влияние на тот город. Diana worship was no longer strong. И поклонение Диану уже не было настолько сильным. Christianity had permeated the very extent of the city, the width, the breadth of the city. Христиане повлияли на рост, на широту, на глубину. The word of Yeshua had gone all over. И слово Иешуа, оно начало распространяться повсюду. And yet we need to look at something back in Acts chapter 19. Но тем не менее, мы должны посмотреть Деяния 19 глава. Acts chapter 19, verse 1. Первый стих. Well, I'm not going to read it. I'll tell you about it. That Apollos was at Corinth. Это когда Аполлос был в Коринфе. And Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. И Павел, проходя верхние страны, пришел в Эфес. He found some disciples. И он нашел там некоторых учеников. And he asked the disciples if they'd ever received the Holy Spirit when they believed. И он спросил учеников, приняли ли вы Духа Святого? And they said, we've not so much as heard that there is a Holy Spirit. Они сказали, мы даже и не слышали. And he said, under what baptism were you baptized? А он спросил, what were you baptized into? Что же вы крестились? And they said, into John's baptism. Они отвечали, в Иоанново крещение. Which was a baptism of repentance, looking for the one to come. И это было крещение покаяния, ожидая того, кто должен прийти. And he explained to them then. И он объясняет им. About Yeshua. Он им объясняет о Иешуа. And when they heard this, and they were baptized in the name of Yeshua. И когда они это услышали, они крестились в имя Иешуа. And look at verse 6. Посмотрите шестой стих. When Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. И когда Павел возложил на них руки, нешел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Now, how many were there? Сколько из них было там? There were 12. About 12. Около 12. About 12. Около 12 человек. That's what it says. Это вот что написано. Now the men were about 12 in all. 12 человек. Now that doesn't include their wives. Это не включало их жен. We don't even know if they were married. Мы даже не знаем, если они были женаты. But we know there were at least 12 men. Но мы знаем, что было по крайней мере 12 человек. And they were in Ephesus. И они были в Эфесе. Paul caused such a stir in Ephesus. Павел настолько That they wanted to kill him. The citizens wanted to kill him. Настолько принес влияние своего эфир, что они хотели его убить. You remember there was one that was delivered, one woman that was delivered from demons. Там женщина, которая была освобождена от бесов. They made these little idols of Diana and were selling them. Там продавали маленькие статуэтки Дианы. You know, we do that today. We make things, artifacts. Знаете, что мы делаем сегодня определенные вещи? You can go to any religious convention. Мы можем на религиозные конференции идти. And you find crosses. И мы видим крестики. And doves, you know. И голуби. Fish. Или рыбки. And you find lampstands. Или, например, такие светильники. You find all these things that someone is making. Вы можете найти разные вещи, которые человек делает, свои. И они зарабатывают деньги. And I don't think that that's wrong. И я не думаю, что это неправильно. But this is what Paul was getting at in Ephesus. О чем Павел пытался что-то сделать в Эфесе? Because he was preaching Yeshua. Из-за того, что он проповедовал Иешуа. They began to turn from worshiping Diana. Okay. They begin to turn from worshiping Diana. Из-за
из-за того, что Павел проповедовал, они начали отворачиваться от поклонения Артемиде. And now then these guys who are making these little Diana idols are losing their jobs. И потому что получалось, что они начали люди, которые творили вот эти идолы Дианы, они начали терять бизнес. They're not making money anymore. Они не стали зарабатывать деньги. And they're upset. И они рассердились. So they take the Christians into an arena. И вот они начали приводить верующих в Колизей. And this arena holds about 25,000 people. А там вмещало где-то 25 человек. 25 тысяч. And so they put them before the people. И вот они приводили верующих перед людьми. And Alexander wanted to make defense for themselves. И Александр хотел оправдаться. And in verse 34. И в 34 стихе. When they found out that he was a Jew. Когда узнали, что он еврей. I'm going to read that again. When they found out that he was a Jew. Когда же узнали, что он иудей. All with one voice cried out for 2 hours. Они то закричали всем этим голосом около 2 часов. Great is Diana of the Ephesians. Великая Артемида Эфесская. Can you imagine? Можете себе представить? People in church crying out 2 hours. Люди в церквях кричали 2 часа. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. With a loud voice. Громким голосом. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Велик Господь Иисус Христос. Great is the Lord Jesus Christ. Люди бы говорили, слушайте, вы тратите свое время. This is how strong Diana worship was. Вот настолько сильно было поклонение Артемиде в Эфесе. You think you're in a hard place? И вы думаете, что вы живете в трудное время, в трудном месте? I've heard pastors talk about villages and towns and cities. Я слышал, как пастыря говорили о городах, о деревнях, о пригородах. And they will say that is a pastor's graveyard. И я слышал, как пастыря говорит: "О, этот город это пастырское кладбище." Where pastors fail all the time. Сколько бы пастыри не начинали, они не успешны. We've tried to grow churches there. We've tried to win the lost there. Мы пытаемся строить церкви там. We've tried to have an influence in that village. Мы пытаемся влиять. And nothing happens. И ничего не происходит. Wow, that's hard. О, это так тяжело. We'll never be able to raise something there. Мы никогда не сможем поднять что-то там. Tell the Ephesian church that. Скажите Ефесской церкви это. That was hard ground. Это было очень трудное место. The very center of the whole world. Самый центр мира в тот момент, когда они поклонялись Артемиде. Stand 2 hours and shout to Diana. Стоять 2 часа и кричать провозглашение Диане, Артемиде. I wish we believers who had the real thing could do the very same thing. Я желаю, чтобы мы верующие могли делать то же самое для нашего Господа. From the heart, yes. От сердца, да, вот так. Blessed be the name. Благословен пусть будет и имя Господа. And I believe they were doing that. И я верю, что они делали это. Because we look in Revelation chapter 2. Потому что мы смотрим в Откровении, 2 глава. And Jesus has nothing but good to say to them. И Иисус имел что-то сказать им. Look at Revelation chapter 2 again. Еще раз откройте Откровение, 2 главу. Now they're reaching the world. А теперь они достигают мир. They got a church of 10 to 15,000 people. У них церковь 10-15 тысяч человек. They got home groups all over the city. У них домашние группы по всему городу. They're sending missionaries out in the nation. Они посылают миссионеров по всем концам земли. Diana worship has been destroyed. И поклонение Артемиде разрушено. Destroyed by the name of Jesus Christ. Иисуса Христа. In a city of 300,000 people. В городе, где там было 300
человек. The power of the name of Yeshua. Это сила имени Иисуса. The power of the blood of Yeshua. Сила крови. Glory to God. Да будет слава ему вся. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus says, this is good. И Иисус говорит, это хорошо. The next thing that he says. Первое и потом следующее, что он говорит. Has been preached so negatively. Это было проповедано настолько негативно. I don't think it was meant that. Я на самом деле не думаю, что имелось в виду, и не было намерения, чтобы было так. Because notice what he says. Заметьте, что он говорит. Nevertheless, I do have this against you or about you. I don't like the word against. I don't think it's. Тем не менее, имею что-то против тебя. Само слово вот это против тебя мне не нравится. На самом деле, это написано. Но имеется в виду, что но имею что-то, что ты оставил первую любовь. Verse 5. Пятый стих. Remember therefore from where you have fallen. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Repent and do the first work. Покайся и твори прежние дела. Or else I'll come to you quickly and remove your lampstand from its place. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Do you know what he's saying? Видите ли, что он говорит? I want you to turn back to your first works. Я хочу, чтобы вы вернулись к вашей первой работе. Let's say that this is the Ephesian church. Предположим, что это Ефесская церковь. And the first works that they did from the shaft, from Jesus. И предположим, что все, что они начинали делать, были последователями Иешуа. Connected to Yeshua. Они были соединены с Иешуа. In love with Yeshua. Они были влюблены, любили Иешуа. And the congregation grew out of that love relationship with Yeshua. И росла тогда из-за этих глубоких отношений и любви Иешуа. And they labored and they worked hard. Они работали, и они работали тяжело. And they turned the city upside down. Они усердно работали и не перевернули город для Господа. Because they were connected. Только потому, что они были связаны с Ним. Everything they did came out of the relationship with Him. Все, что они делали, это получилось из-за того, что у них были отношения с Господом. They loved Him. Они любили Его. And therefore they had home groups. И поэтому у них были домашние группы. Therefore they had missionaries. И поэтому, как результат, они послали миссионеров. Therefore they destroyed the religion of Diana. Они разрушили религию Артемиды. Why? Because they were in love with the Потому что они были влюблённые. Yeshua walked in the midst of the churches. Потому что Иешуа ходил посреди церквей. And they loved him very much. И они любили его очень сильно. And because of that, they do the work that they do. Они делали ту работу, которую они делали. First works первая работа. Are the works of love. Это первая работа, это работа любви. I do it because I love Я делаю, потому что я люблю Иешуа. I'm not doing it because I'm trying to get right with God. Не потому что я пытаюсь I am right with God. Сделать правильно перед Богом. I am right with Him through faith. Я прав перед Ним через веру. I am doing this because I love Him. Я делаю это, потому что я Его люблю. You see, have you ever heard something like this said? Слышали, когда кто-то сказал подобное? A man loves his wife. Мужчина любит свою жену. And every time you see the two of them together, и каждый раз, когда вы видите их вместе, he's opening the doors for her. Он открывает дверь для нее. He's going and giving her a glass of water. Он приносит ей воды. He's carrying the sack of groceries. Он и продукты покупает, приносит домой. If there's anything she needs, he's right there. Если что-то ей нужно, он всегда там рядом для нее, чтобы помочь ей. And you've heard this saying. И вы слышали, как говорят? He worships his wife. О, он поклоняется своей жене. Слышали такое? How many of you heard Сколько that? Из вас слышали такое выражение? Это он поклоняется he своей жене. His wife. Do you know what he means by that? Знаете, что это означает? What people mean by that? Что люди
говорят, когда говорят, он поклоняется своей жене. They mean that he loves her so much. Другими словами, это говорится тогда, когда он любит ее настолько сильно. That he's doing everything that he can do for her. Что он делает все, что он может сделать для нее. Now I know there's a difference in culture. Я знаю, что есть разница в культуре. But how about the wife loving the husband? А как насчет жена любит мужа? I've heard it said that some wives worship their husbands. Я слышала, что как жены они поклоняются своим мужьям. My wife calls me several times a day. She because she loves me. My wife calls on the phone. А моя жена звонит мне несколько раз на день. Почему? Потому что она любит меня. She'll just say, "What are you doing?" Она спрашивает, что ты делаешь? I'm just talking to some people. О, я разговариваю с людьми. If the phone were to ring right now, it was my wife. Если бы сейчас только что бы позвонил телефон и я бы увидел, что это моя жена звонит. I would say, "Just a moment." Я бы сказал, извините, пожалуйста. This is my wife calling. Это моя жена звонит. I'd say, "Yeah." Я бы сказал, да, привет. Хорошо, все хорошо. You don't understand, honey. Нет, ты не понимаешь, дорогая. I am teaching about 100 people. Я сейчас учу где-то 100 человек. She'd say, "Oh, I'm so sorry." Oh, ой, извини, дорогой. Okay, I didn't mean to bother you. Ой, я не имела в виду тебя беспокоить. Click, hang up. Все, мы бы прекратили общаться. Because she thinks about me. Почему? Потому что она мне позвонила, потому что думает обо мне. I wonder what he's doing. Я думаю, что же он делает? She tells me that when I'm gone. И она говорит мне, что когда я уезжаю, вот как сейчас. That she will walk into our closet. Она заходит в нашу кладовку, там где вещи. And she'll take my jacket. И она берет мой пиджак берет. And my shirts and she'll smell it. Или рубашку, и она нюхает. Because she said I can smell you. Потому что говорит, я могу тебя твой запах прочувствовать в одежде. I'd do anything for her. Я буду делать все, что угодно для нее. And she'd do anything for me. И она сделает все, что угодно для меня. But what we do comes out of our love relationship. Как это происходит? Это потому, что это исходит из наших отношений друг с другом. I don't want to be crude. Я не пытаюсь сейчас быть жестоким. But in Scripture, Adam knew Eve. Но в Писании написано, что Адам познал Еву. And she brought forth a son. И она родила сына. In the same way. Так же само. He says that this is eternal life. This is what Yeshua said. Он говорит, что это вечная жизнь. Вот что Ишуа говорит. That you know God. Чтобы вы познали Бога. And His only Son that He sent. И его единственного сына, которого он послал. Well, that's not just know with our head. Это не просто знать в нашей голове. That's know with our heart. Но это знать, что это знать в сердце. Even in the book of Romans, Paul said. Даже в книге Римлянам Павел говорит. That we have died to the law. Что мы умерли для закона. To make us right with God. Чтобы мы были в правильном положении. So that we could be joined to another. Чтобы мы присоединялись друг к другу. Be married to another. Чтобы мы были женаты друг на друге. So that we could bring forth fruit unto God. Married to another, which is to Christ. We are married. Let me go to something. We're married to the Paul says this. Павел говорит. That we were married, that mankind was married to the law in order to be right with God. Что человечество было обручено законом для того, чтобы быть в правильном положении перед Богом. But now we are married to another, Jesus Christ. А теперь мы обручены с Иисусом Христом. That we might produce fruit to God. Чтобы мы могли приносить плоды для Бога. How is fruit produced? Как же плоды производятся? It is through a marriage. Это через обручение. It is through a personal, intimate relationship. Через глубокие взаимоотношения. And when my wife and I get close together. И когда моя жена и мы близки. There is something that happens between the two of us. Что-то происходит между нами.
There is a chemistry that есть химия. Something that takes place. Что-то происходит, когда что-то занимает какое-то место занимает. And everything I do after that is because I love her so much. Все, что я делаю после для нее, это я делаю за то, что я настолько сильно ее люблю. I work hard. Я над этим тружусь тяжело. Я траву кашу. Repair the washing machine. Я ремонтирую машинку стиральную. Stop the plumbing. Я ремонтирую канализацию. Love the children. Я люблю детей. The spiritual leader. Я духовный лидер. Because I love her. Почему? Потому что я Something люблю ее. Happens Что-то when происходит, come together, когда мы вместе соединяемся. That produces a И происходит химия. That makes us want to lay down our lives. И это позволяет, что мы полагаем жизнь друг для друга. I'll tell you right now, И я хочу вам сказать. I would die for my wife physically. Я физически бы умер за свою жену. And you husbands would do the same thing. И я знаю, что вы, мужья, вы то же самое сделали бы для своих жен. And every one of you would. Я верю, что каждый из вас, который женат здесь. And I know wives who would die for their husbands. Я знаю, что есть жены, которые умерли бы для своих мужей. Because we love them so much. Ради своих мужей. Это почему? Потому что мы любим их. And so when he's saying, return to your first love. И когда он говорит, что возвращайтесь. Вернитесь к первой любви. That you will return to the first works. Что вы вернетесь, возвращайтесь к первоначальной работе. The first works were the works they did when they were in love. Первая работа была состоялась тогда, когда они были влюблены в Иисуса. So you see, if we don't really love Him. И вы знаете, что если мы на самом деле не любим Его. If there is something standing between us and Him. Если что-то стоит между нами и Им. If we're not being transparent, если and open, мы не открыты, if we don't enjoy spending time with, нам не нравится проводить время с ним, spending time in His Word, если нам не нравится проводить и читать Слово, letting Him speak to и позволить, чтобы Он говорил к нам через свое Слово, if that kind of love that He's saying, return to it. Вот эта любовь говорит, возвращайся. Because he knows we need it. Потому что он знает, что мы нуждаемся в этом. The dream that we have in our heart. Мечта, которую мы имеем в сердце. Is going to be so much fun. Мечта, она будет приводить, давать нам настолько радости. If what we do grows out of a relationship. Будет приносить настолько много радости, если мы, она будет истекать из нашей любви к Иисусу. Without this attachment. Без этого присоединения. It's not going to be worth anything. Не имеет смысла ничего. The first thing. Первое должно быть первым. The first thing. Первое. Is to be totally in love with Him. Это любить Его. And I can tell you. Я хочу вам сказать. As much as I love to worship. Насколько сильно я люблю поклоняться. There's only two things that in my mind there's only two things. That keep people from extravagantly worshiping God. Есть две вещи, что удерживают людей от поклонения, экстравагантного поклонения. Number one. Первое. They've been taught not to by religion. Их научила религия не делать так. Number two. И второе. They're not in love with Jesus. Они не влюблены в Иисуса. Because if you're in love with Him, потому что если вы влюблены, if you're in love with Him, если yeah! вы влюблены, то да. If you're in love with Him, если yeah! вы влюблены, то да. You see, if you're in love with Him, it comes out of this relationship. Оно выходит из этого отношения. Come on back to it. Возвращайтесь. See, I don't. When he said, "I'll remove the lampstand."
there, I don't think he was talking about him, them not being a church. Когда написано, что я уберу светильник, я на самом деле думаю, что это не значит, что они перестанут быть церковью. He was saying, I'm going to remove your influence. Что пытается там сказать, я верю, что я заберу твое влияние. Because I don't want everyone to see you. Потому что я не хочу, чтобы все видели тебя. As a successful congregation. Как успешную общину. And the Lord doesn't get the credit for it. He doesn't get the glory for it. И Господь не получает славу за это. Everyone look around and say, anybody could do that. И люди, которые будут смотреть вокруг, говорят, о, любой человек может достичь этого. Look at them, they're just working hard. Посмотри, они просто всего лишь работают тяжело. He wants to get the glory for everything that we do. Иисус хочет получить славу за все, что мы делаем. He wants us to be better lovers than workers. Он хочет, чтобы мы были больше теми людьми, которые любят, теми, которые работают. He doesn't want us to be better workers than lovers. Он не хочет, чтобы мы были только лучшими работниками, но меньше любили. So then we can bow to the Lord with all of our heart. Чтобы мы поклонялись Господу. And we can witness to other people. Чтобы мы могли свидетельствовать людям. Почему? Потому что мы любим Его. Because we know He loves other people. Потому что Он любит людей. So I just present to you now as I close. И сегодня я вам представляю. That we would just заключение. Allow the Lord to show us anything. Позволить Господу, чтобы Он показал нам. That would keep us from receiving His word. Все то, что мешает нам принимать Его слово. That would keep us from being in love with Him. Что удерживает нас любить Его. That we would just say, okay, Lord. И мы говорим, Господи, я буду в тишине. And if things are not right with, between me and you, перед тобой. И есть вещи, которые не все в порядке между мной и тобой. I want to get them right. И я хочу сегодня выровнять. I want to draw close to you. Я хочу приблизиться к тебе. The Bible says, draw near to God. Библия говорит, приблизьтесь к Богу. He'll draw near to you. И Он приблизится к вам. So let's just take a moment and draw near to the Lord. Давайте сейчас возьмем мгновение и приблизимся к Нему. Make sure there's nothing between you and Him. Будьте уверены, проверьте себя, и чтобы между вами ничего не было, между никаких препятствий между вами. So let's pray. Давайте помолимся. Or you pray. Let's или вы помолитесь, или каждый из нас, давайте помолимся. В нашем сердце. In our own way. Как мы можем. And just say, Lord, draw me near. И давайте скажем, Господь, приблизь меня к себе.